Всем привет, друзья мои, меня зовут Алина, и сегодня мы будем с вами в этом видео вместе делать септум, септум-обманку. Что такое септум? Септум – это кольцо в нос, которое завоевало безумную популярность этим летом, наверное, не без помощи тамблера, всеми любимого, всем известного. Поэтому сегодня мы с вами будем пытаться... Почему пытаться, блин? Мы сделаем, что пытаться-то? Поэтому сегодня мы вместе с вами будем делать септум. В этом видео я покажу вам, как его сделать очень просто, вот правда очень просто. Очень просто, очень быстро и очень легко. Я надеюсь, это сократит количество проколов носа среди девушек. Творите, носите, наслаждайтесь, создавайте классные луки и подписывайтесь на мой канал. Ой, я это сказала. А почему бы нет? Подписывайтесь на мой канал. Итак, вариант первый. Нам понадобятся вот такие большие колечки, они продаются в магазинах с фурнитурой для создания бижутерии и стоят довольно недорого. Круглогубцами нужно немного разогнуть колечко и придать ему слегка вытянутую форму. Теперь берем клей-пистолет и ставим по маленькой точке термоклея на концы колечка. Дожидаемся, пока клей засохнет, и все готово! Можно зажимать колечко в носу и не бояться, что оно вас поцарапает. Для второго варианта нам понадобится вот такая толстая проволока, от которой мы отрезаем небольшой кусочек и придаем ему вот такую округлую форму. С одной стороны загибаем конец вот в такую небольшую петельку, а через свободный край можно надеть на проволоку одну или несколько бусинок, чтобы сделать септум поинтереснее. Теперь загибаем второй конец и с помощью плоскогубцев немного расплющиваем петельки, ну, чтобы ноздри не торчали. Вот и все. На каждый из этих септумов я потратила максимум 5 минут. Выглядят они как настоящие, и если их хорошенько зажать, то и держатся они тоже прекрасно. Напишите в комментариях, какой вариант вам понравился больше, и если вы сделали септум по моему мастер-классу, напишите, получилось ли у вас и понравилось ли вам. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поставите ему лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите другие мои видео и ждите новые. Скоро увидимся. Пока-пока!